Доброго времени, друзья! Заметить зайца в лесу уже само по себе событие. Этого зайца я заметил только потому, что он двигался и был уже в белой зимней шубке. Всем известно, что для того, чтобы раствориться, исчезнуть в лесном подлеске, зайцу достаточно просто сидеть неподвижно. Зайцы ведут крайне скрытый образ жизни. Имея плохое зрение и посредственное обоняние, зайцы обладают превосходнейшим слухом и издалека способны определить, кто идет и в каком направлении, стоит ли им беспокоиться или нет, либо это уже опасность и пора убегать. А с какой скоростью способны двигаться зайцы? Об этом слагают легенды. Здоровый заяц по прямой способен разогнаться до 50-60 км в час. Именно поэтому странно, что заяц сидел в непосредственной близости от дороги, по которой периодически ездили машины и ходили люди, вот я, например, и обнаруживал себя движением. В летнее время зайцы питаются растениями, молодыми побегами деревьев и кустарников, чаще всего съедают листья и стебли, но могут докопаться и до корней. Зимой зайцы продолжают кормиться семенами и ветошью трав, а зимами, которые выкапывают из-под снега. А при глубоком снеге переходит на питание древесной кустарниковой растительностью, побегами и корой. Несмотря на всю свою скрытность, зайцы осенью и зимой склонны перекочевывать и зимовать близ населенных пунктов, близ мест, где живет человек. Как вы думаете, друзья, почему? Я зайка почтальон, я зайка почтальон, я зайка почтальон.